Я Ваня Осипов, мне 12 лет. А что можно рассказать? Ну, я люблю играть в компьютеры. Еще у меня много друзей, вот, которые в сети, я их никогда не видел. Им столько же лет, как и мне, они играют в этот тоже, во что и я. И мы с ними постоянно играем. Ну, раньше я играл в футбол. С братом мы часто играли в футбол. Я скучаю по тому времени, да. У меня нормальные отношения с братом, да. Но только этот... Иногда ссоримся. У меня компьютер был подключен к интернету, и он плохо работал с этим интернетом. Я вижу, что у меня подключено два каких-то устройства. Я говорю, что это... Игнат, отключи, пожалуйста, приставку от интернета. Он не понимает, как это сделать. Я такой подхожу, беру его джойстик, захожу в настройки, и там нужно просто зайти в раздел сети и галочку просто убрать. И все, и приставка отключится. Он этого не понимает просто. Игнал не разбирается. Бабушка, папа, только я разбираюсь после мамы. Меня вот в школе человеком-гаджетом называют. Я люблю смотреть разное кино. Марвел я не смотрю. Мне не нравятся супергерои. Ну, там их много этих серий. Мне просто лень пересматривать все. Там же нужно вникнуть вроде в эти фильмы, да. Мечта? Я хочу заработать что-нибудь. Чтобы у меня доход был. Вот моя мечта. Ну, вообще, я бы сначала дал папе. Потому что у него там на что-то не хватает. Я хочу помогать семье. Девушка моей мечты. Ну, знаете, есть такие эти девушки, знаете, которые... Мусь, купи мне там телефон. Я знаю, что главное в жизни — это не деньги. Я считаю, что женщина должна сидеть, сложа руки. Я смешной, добрый, и я люблю животных. Я шутник. Да просто, когда, знаете, какой-то день рождения проходит, там, так, тебя как зовут? Меня так зовут Сергей. А тебя как зовут? Меня не Ваня зовут, меня зовут Ашот. Я такой, угу, Ашот, Ашот, значит, давай там этот... Ну, сразу понятно, что я не Ашот. Просто так, потроллить там кого-то. Главное в жизни не падать духом.